воды и воспитают вас хорошими, честными людьми. Мы видим, что в школу пришла достойная смена, а это очень важно, потому что каждый год школа не только встречает первоклассников, но и провожает своих выпускников. Ими гордится школа. Примером они служат нам. Давайте дадим им слово. Нашим выпускникам! Еще мы помним школьные экзамены, все то, о чем с тобой мечтали сбудется. Лишь детство мы вернуть не сможем заново, как первый вальс, а он не позабудется. Мы, ребята, просто класс, даже в профиль и анфас. Мы расскажем вам про нас, про 11 класс. Мы, ребята, позитив, супердетки, креатив, всех весельем заражаем, вам такими быть желаем. Учимся мы все отлично и ведем себя прилично. Каждый отличиться может. Есть беда, любой поможет. А для у нас супер гип, вообще класс. Мы их любим, уважаем, счастья каждому желаем. Все ребята активисты, реалисты, оптимисты. Мы везде и мы повсюду, все решаем обоюдно. Ну а так мы скажем дружно, в школе всем учиться нужно. Школа жизни учит всех, чтоб по жизни был успех. Жалко только, быстро годы пробежали, пронеслись. И казалось, все невзгоды, словно воды растеклись. Мы с годами повзрослели, много поняли сейчас. Нас всегда теплом согреет школа, детство, первый класс. А сейчас мы исполним гимн нашей школы, который станет нашей традицией. Есть среди множества школ на планете школа, где радость ее – это дети. Где много открытий, задумок, идей. И школа радушно встречает детей. Школа родная, первая школа. Любой уголок здесь знаком нам и дорог. И мы замираем, заслышав звонок. Путевкою в жизнь нам здесь каждый урок. Здесь нам открыты любые дороги. С душою работают здесь педагоги. И школа гордится сегодня по праву. Сплоченные мы будем своим без остава. Школа родная, первая школа. Любой уголок здесь знаком нам и дорог. И мы замираем, заслышав звонок. Путевкою в жизнь нам здесь каждый урок. Школьности летят дождливой погоды, здесь пролетают чудесные годы. И память все забудет свято хранить то, как мы учимся крепко дружить. Школа родная, первая школа. Любой уголок здесь знаком нам и дорог. И мы замираем, заслышав звонок. Путевкою в жизнь нам здесь каждый урок. Школа родная, первая школа. Любой уголок здесь знаком нам и дорог. И мы замираем, заслышав звонок. Путевкою в жизнь нам здесь каждый урок. Вера Антоновна и Надежда Михайловна из детского сада «Сказка» поздравляют своих первоклассников и желают доброго пути в страну знаний.
В небо рвутся разноцветные шары пятерки. Сегодня их запустят выпускники и первоклассники. А желания загадаем мы все. И пусть они у нас всех обязательно сбудутся. Тепла и добра. Учить они всех будут. Лично отлично. Всем педагогам мы крикнем «Ура!». Давайте поздравим всех педагогов громким «Ура!». 3, 4. Ура! Уважаемые учителя, для вас музыкальный номер. Первый звонок настает и меняет, словно звезда. Яркая и вдруг первый год. Время догоняет, и теперь всегда с нами старший друг. Учитель, учитель, вы так, как и прежде, всех нас понимая, забыли себя. Учитель, учитель, добра и надежды, рассвет зажигает день ото дня. Нас души не чает, что ты почас. Детство не ушло, но как всегда ошибно прощает все учителя. Просто иди, но учитель, учитель, вы так, как и прежде, всех нас понимая, забыли себя. Учитель, учитель, добра и надежды, рассвет зажигает, I'm
только для учеников первых и одиннадцатых классов. Волнуются сегодня и пятиклассники. Для того, чтобы сделать жизнь пятиклассников в новом учебном году легкой и успешной, педагоги школы изобрели вот такой необходимый предмет. Это дневник для пятерок и четверок. Другие оценки этот дневник не принимает. Ученику остается самое малое – все вовремя учить. Для вручения дневников приглашаем классных руководителей 5 А-класса и 5 Б-класса, молодых Любовь Владимировну и Кучумову Наталью Анатольевну. Отгремели давно залпы наших орудий, а в воронке от бомбы трава-мурава. Но войну не забыли суровые люди и смеются сквозь слезы, ведь память жива. Эта память с корнями уходит все глубже и шумит на ветвях зеленее листва. Ее времени бег никогда не заглушит, ведь душа молода, пока память жива. И по традиции просим отдать дань памяти и по одному представителю от класса возложить цветы к памятнику воину-освободителю и доске памяти Сергея Коркина. Приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан и одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. А сейчас право дать первый звонок предоставляется ученику 11 А-класса Самичка Андрею и ученице 1 Б-класса Сипатовой Александре. Внимание! К выносу флага Российской Федерации приготовиться! Флаг вынести! Стали мы взрослей, в класс родной войти. Хочется быстрей, чтобы все понять, целый мир познать. Наш учитель на пороге встретит нас опять.
На этом линейка, посвященная началу учебного года, подошла к концу. Право первыми покинуть линейку предоставляется первоклассникам.